Ну, насправді, друзі, ми закликаємо вас не потрапляти в лікарні з будь-якими причинами, і тим більше, що ризик потрапити в лікарню якраз збільшується під час свят, і це не пов'язано з якимись надзвичайними ситуаціями, феєрверками чи салютами. Насправді, можна туди потрапити від переїдання. Ну, це, звичайно, такий найстрашніший сценарій, але все одно, як позбутися переїдання, як туди взагалі, ну, цього не отримати, поговоримо прямо зараз з Людмилою Гончаровою, лікарем-імунологом і дієтологом. Пані Людмила, добрий день, вітаємо вас в ефірі Київ Ньюзруму. Добрий день. В нас попереду кілька свят хороших, кілька масштабних застіль, я б це назвав так. З того, що ви знаєте, з вашого досвіду, яку страву на новорічному столі традиційно можна вважати найшкідливішою? Це може бути шуба, чи це олів'є, чи це, можливо, там м'ясо по-французьки, багато знаю, хто готує в Україні. Ну, видите, ви вже знаєте всі блюда. Ну, страви то я знаю, а от яку з цих страв треба поменше їсти, щоб не отримати переїдання, щоб мені потім на наступний день було легенько і приємненько? Ну, важно соблюдать такие принципы, если вы не знаете закона работы своих обменных процессов, то это мясо с зеленью, с грибами, свежими какими-то овощами зеленого цвета, да, то есть свежим огурцом, цукини, можно запечь цукини, те же грибы тоже запечь и подать как овощи-гриль. Это рыба тоже с крестовым салатом, с каким-то небольшим количеством ягод. Это какие-то фрукты, но не мясо с майонезом и сыром. То же самое касается рыбы. Особенно это касается и консервированных продуктов. Очень многие тратят деньги на колбасу, хамоны, да, сырные нарезки. И, соответственно, все это поедая вместе с шубой и с оливье. И, соответственно, запивая это алкоголем, на следующий день очень часто имеют действительно обострение панкреатитов и других желудочно-кишечных заболеваний. Это правда. Ну, дивіться, я так розумію, насправді, що це ж, ну, знаєте, це штука в психології нашій, тому що ми всі чекаємо там того ж Нового року, і дійсно кожен там отримує певний перелік продуктів, які треба закупити, і це все закупається в промислових, можна сказати, масштабах, і потім всі разом збираються, сідають і їдять, говорять, святкують. Можливо, є у вас саме психологічні якісь поради, коли бачиш це розмаїття, яке не бачив увесь рік, ну, умовно, так? Як себе втримати і з переляку не накинутися на це все? Ніяк. Ну, на самом деле, просто спросить себя, сегодня последний день твоей жизни, или все-таки завтра ты хочешь проснуться, да? То есть все-таки завтра будет следующий день. Второй момент – посмотреть на стол и спросить себя, что мне больше всего нравится на этом столе. Что мой организм вот просто смотрит на это и радуется. И выбрать что-то, ну одно, ну два блюда, которые действительно тебя, в общем-то, заинтересовали. Ну вот это как бы самое простое, что можно предложить для того, чтобы ну, понимать, что организм твой – это… Ну, это не бесконечность, он не может растягиваться до бесконечности. Ой, слушайте, чекай, Тарас, я, знаете, мы сейчас будем долго с вами говорить, там, что организм, звичайно, это такая философия, але спробуй себе за новорічним столом примусь, что оце мені не... Ну, кто думает про такую философию? Ясно, что никто не думает. Никто не думает, правильно. Смажений кабанчик, яйця с майонезом. Але... Ви скажите, будь ласка, конкретно, давайте два питання. Що с чим не можна суміщати? Це перше моє питання. Так, і аби хороше, мотивувати людей, я завжди про хороше намагаюсь. Який салат найкорисніший? Тільки не кажіть, що нарізані огірки, помідори. Давайте, от у нас є вінігрет, є олів'є, є шуба, є мімоза. Мої улюблені мімози. Які ще у нас є там? Які ще? От який салат найкорисніший і що з чим не можна змішувати? Спасибо большое за вопросы, я очень благодарна за них и очень буду рада, когда мы в следующий раз будем с вами встречаться в прямом эфире, вы будете ко мне относиться очень уважительно, точно так же, как и я к вам. Почему-то, когда я с вами встречаюсь, вы на меня нападаете, как будто я ваш враг номер один. Боже, Збав, вы что? Да, поэтому вы уж, пожалуйста... Нет, так мне ж цікаво, навпаки, ваша экспертная думка. Встречаемся.
Так вот, давайте мы с вами будем относиться друг к другу с уважением. Да, и второй момент, который, если вы уже приглашаете диетолога, я понимаю, что он вас очень сильно раздражает своими рекомендациями, но как врач и как человек, видя огромное количество людей с большими диагнозами и с участившейся онкологией, я не могу говорить по-другому. Понимаете, потому что я действительно люблю людей, потому что мне действительно очень больно видеть их состояние. И поэтому мне очень важно доносить эту философию любви к жизни любви правильной, которая действительно дает жизнь, дает рожать детей, дает жить качественно, да, и после 3 месяцев правильного питания в 65 лет ехать на серфинг, понимаете, это действительно важно и заслуживает уважения. Поэтому если вы себя уважаете, те, кто нас смотрит сейчас, понимаете, что действительно ваши рекомендации — это те, которые даны по вашей генетике и по вашей иммунологии. И только тогда можно сказать, что действительно в вашем организме сочетается, а что категорически нет. Это действительно важно, потому что я здесь могу на телевидении говорить только о общих основах физиологии, да, то есть не совмещать мясо, можно совмещать разные виды мяса, но не трогать сюда ни сыр, ни рыбу, ни сладкие овощи, потому что это действительно очень тяжело усваивается и ведет, к сожалению, к гепатозам, к панкреатитам и к сахарному диабету, тому же второго типа, который практически у каждого первого либо в предрасположенности, либо в уже состоявшемся диагнозе у каждого второго. Но это же страшно. Mm-hmm. Вот. И поэтому я говорю о том, что выбирайте что-то, допустим, спиртное и какие-то фрукты, да, какие-то там... что-то десертное, да, либо если вы едите мясо, то сделайте его с легким салатом, потому что просто вам будет не то, что тяжело, а очень тяжело, это будет воспаление кишечника, да, которое и у людей ходит с воспалением кишечника десятилетиями, приходя к доктору уже, к сожалению, либо при раковом состоянии, либо с полипами уже, в общем-то, не говоря уже о дисбиозе. Поэтому это очень важно помнить в предновогодние, вообще предпраздничные дни о том, что мы должны действительно любить. Любить себя прежде всего. Потому что если человек себя не любит, он не может любить других людей, к сожалению.